Разделила я елочки, действительно, три штучки отменных елочки. И они у меня так подросли. Ну, прям заметно подросли. И я купила субстрат. Для хвойников. Для хвойных рослин. Так он выглядит. Но он, конечно, отличается от этого, что у них тут. Но больше как в кокосовом волокне оно тут росло. И на ощупь оно тоже сплошное кокосовое волокно. Ну вот, хотела одну араукарию, а получилось аж три. Класс, 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 класс. Рассадила. Вот в такие вот широкие горшочки. С хорошими дренажными отверстиями внизу. Это необходимо. И земляной ком вокруг я замульчировала сосновой корой. Это у меня осталась бэушная сосновая кора. Я ее не выбрасываю, если она хорошая. Я ее обрабатываю или холодом, или высокими температурами. И повторно использую вот для, допустим, для мульчи. Для хвойных это просто находка, это супер, потому что почва будет подкисляться, что им очень важно, жизненно необходимо, скажем так. И, ну, внешний вид красивый, потому что голую землю сверху я не очень люблю, мне не нравится. Стараюсь какими-нибудь шишечками, корой, вот, мхом, у меня мох, чем-то закрыть. Вот, ну, еще в этот горшочек посадила. И пересадила свою пальмочку сегодня, которую мне кошка сбросила. У меня, наверное, кошка-экстрасенс. Вот, сейчас я уберу все. Ну, она чувствует. Или где плохие корни, или то, что мне нужно пересадить. Вот, и ускоряет процесс. Моя кошка опять мне нашкодила. Перевернула мою пальму, хамидорею. Я ее, в общем, собиралась пересадить. И она мне в этом помогла. Ускорила процесс. Ой, боже. Вот обезьянка малая. Так что буду пересаживать. Сегодня уже однозначно. И также я добавила в хамидорею, видите, гранулы. Это удобрение длительного действия, то есть они при поливе будут постепенно, медленно разлагаться и подкармливать наше растение. Ну, теперь они будут лучше развиваться, потому что у них корни были направлены в одно направление. И также, соответственно, видите, вот мало веточек, они не развитые. Вот. Таким способом растение оно лучше будет развиваться, ему будет вдоволь всего хватать, и места в горшочке, и будет развиваться наша зелень шикарная, то, что нам нужно. И они не будут друг друга, скажем так, забивать. Буду думать, что с ними делать дальше. Конечно, наверное, на новогодние праздники я подарю кому-то, вот, своим друзьям, близким, родственникам. Такую елочку, я думаю, каждый захочет иметь у себя дома. Также я поставляла палочки деревянные, которыми я регулирую полив. То есть мне помогает смотреть, есть ли влага в горшочках или нет, чтобы не переувлажнить наше растение. Вот. Также я в орхидейках тоже использую такой способ. Вот у меня около теи тоже стоит палочка. Елочкам очень нравится на северном окне, оно очень холодное.
Я его специально не утепляю сильно для растений, которые любят холод. Это цикламены, это азалии, это розы, это цитрусовые, потому что при теплом сухом воздухе на них нападает очень паутинный клещ. Также фикусы, вот, они очень любят прохладное помещение, вот, прохладное окно. И это окно я специально вот, для моих растений оставила. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Всем пока.